Ассаламу алейкум, Дустар, с вами Альтер, вы находитесь на канале Чегеря. Вот это реакция на сериал «Умир», 16-я серия, предпоследняя, наконец-то, 17-я, последняя. Странное количество, конечно, ну да ладно. Чуть-чуть я рад, то что заканчивается этот сериал. И уже, в принципе, все в концовке прошлой реакции объяснил, сказал. Вот, поэтому давайте просто досмотрим эти серии, ну и в конце там 17-й подведем уж итог. Еще раз. А пока давайте смотреть 16-ю. И нужен трейлер, но что у нас будет? Прокурор сейчас. Игрок. Можно еще какой-нибудь фильмец. То есть сериал. Свет, музыка. Прокурор. Интересно, какие ставки на этот Чё сериал? Это? Старший прокурор. Ну вот по трейлеру, как бы. Полтавского района. Пока не зацепило. Ты что ли была? Теперь у нас будет свой дом. Теперь ты понял, кто я такой? Е-хей! Старший прокурор Полтавского района. Понимаете, вы неправильно. Ирка Насхатович. И что, Ирка Насхатович? Прокуратура! О, ассаламу алейкум! Давай тендеры вместе выбивать. Дом купишь, там, машину себе, жене. Есть одно дело, где ты и я можем нормально позаработать. Прокурор. Прокуратура. Лайк тому, кто понял. Надо найти этого гниду, кто прикрывает это все, блядь. Тебе чувствую, крот среди нас находится. Главное, сам нажрись. Не забывай, зачем ты там. Надо, чтобы он обвинил и какой-нибудь шум поднял. Кайра, вы что творите, а? Вы не себе, вы мне проблему устроили. Я сейчас столько дров наломала. Вымер, слушай меня внимательно. Сейчас поедешь в больницу к Дине и там переночуешь, хорошо? Дежурный врач уже в курсе, это для твоей же безопасности. Эй, комбар, есть смит! Да, есть смит, смит! Сестрёк, стоит, кетерна! Пальцем! Пэш! Жестко, жестко. Они его в бессознательном состоянии били, что ли? Амарсма. Симбар убьешь к местами. Просто живешь. Или хотя бы. Развяжи руки. Зачем? Чтоб ты убежал и опять слил нас? Нет. Это я тебе сдачу дал. Эй, ты ж как? Ты ж как? Сен бірінші анауын. Сдачадан бұрын. Бұтыма семью дүйрен осы еш. На, братишка. Ты конкретно допустил. За такое убить можно. Ну, я это и сделал. Не получится. Их полиция опять. Они вас ищут. Ты что, угрожаешь мне? А? Ку я тебя принял. Ты спокойно предал меня. Лучше тебе, блядь, чем папу. Я ему обещал, что я всегда буду хорошим. Ты хотел убить Гидара. Поэтому я к тебе сдал. И все. Да. Я хотел убить Гидара.
теперь убью тебя. Все? Да. Будьте дома, никуда не высовывайтесь. Понятно? Да. Мен қазір барып, кешегіден шыққан заттарды өткізіп, ақшаны алам. Как только освобожусь, сендерге хабарласам, маған келесіңдер. Арғара бірге шығып өтеміз. Мадисон со мной. Все, я понял, братан. Братан, с ним что сделать? Вместе заберем? У вас бауна? Что? Ну все тогда. Как только я позвоню, избавьтесь от него. Утопите в ванной. Тело положите в пакет. Ночью в какой-нибудь речке сплавим. Просто нереально, да? Тиман, 7 битр с**ку, а? Ты что, защищаешь его, а? Не, братан. Сунгба, а? Да, братан, понял. Сделаем. Конечно, сделаешь, у тебя выбора нет, понял? А ты жатасын ана ол. Өмірдің басы балықтардан қорғап ішетін. Ана Алихан қайда? Туалетте отыр. Есі жоқ ол. Хотя бы сол нәрсе қолымен келетін жер. Здесь устроили? Ты что здесь творишь, Влад? А? Ты должен содержать этих детей. А ты что здесь устроил? Бардак! Югумбаган! Не, я содержу. Что, мне легко, что ли? А? Или с друзьями расслабиться нельзя? Как вы можете так напиваться? Вы опекун двоих детей. Зафиксируйте, пожалуйста. Это дядя двоих детей. Его надо лишить опекунства. В таких условиях с таким дядей они не то что беспризорниками. Они просто в принципе не вырастут. Ужас какой-то. Всем, короче, вырвай. Утрна. Утрмай. Утр. Кидается он на меня. Смотри, какой я. Я умайсима. Бессовестный. Кто твои друзья? Кто такие? Сейчас, давай, разберемся сейчас. Давай протокол составляй. Их всех забираем в изолятор. Чигитер, без жай хонакка келген надам. Джабозн, да вы тут почти ни при чем! Эй, заткнись! Не кури! Официально, пожалуйста, все оформляйте. Так, вот этих двоих уносите. А вот этого мы заберем с собой и лишим опекунства. Умбаган. Хороший бы он с него тарган. О, Серик, ну, что скажешь? Как теперь будешь это все прикрывать? Минуту дайте мне. Че ж? Серик, какая минута? О чем ты? Ты что, за минуту хочешь ему отмазку придумать? Хочешь, Серик. Бармай мне. Серик, успокойся. Игнорируй. Мы и тебя уберем, Серик. Что ты думаешь, это проблема? Вот ровно имею, просто. И в тюрьме. В тюрьме, Серик. Да. Хорошо, Игна. Ты куда его ведешь? Ничего, ничего. Серик, что ты говоришь, я спрашиваю? Куда надо. Я спрашиваю, что ты говоришь? Так, вот этих двоих... Заеб... Оформляйте. Не, не, подожди. Не дергайся. Проконтролируй, смотрите у меня. Умер где? Я откуда знаю? Гулять, наверное, где-то хочет. Что тут произошло? Ничего. Чего тут произошло? Ничего, пельмин. Чего тут произошло? Не болди, бери, не урвайте. Бери, не урвайте, баскадам дюк по нена. Мне надо, блин. Мне надо. Бери, б***ь. Умерден достар на тағы да кел. Умерден на. А че не говоришь, ты не сказал, где он? Нет. Еще раз спрашивай. Ты айтқан жоқпын деме, шын айтам, айтқан жоқпын деме. Не говорил? Не говорил, шын айтам, айтқан жоқпын деме. Ай! Я тебе еще раз спрашиваю, ты сказал, где умер? Больница на шкардит мне! Ты понял? Серик! И ты, что с вами? Он вас бил? Он вас бил? Скорую вызвать? И кичите ты, кичина! Погиб снайма лужина! Пожан жоқ-кана! Квартира деген жоқ-кана! Өмірін деген жоқ-ка! Ешне деген жоқ, кетмерім жан-жан-бенна! Дебил.
просто дебил. Ну, надо было, ну, тебе. Душит. Да он не убил бы его. Он максимум его избил бы и все. А тебя он тебя по-любому убил. Ну и что? Зато я друга спас. Когда я умру, он буквально кинет. Зато он меня махтает. Макс, я знаю, что ты хороший человек. Можно? Если Кайрат ультрасе мен, пусть, пожалуйста, прошу, Дину не трогайте, пожалуйста. Она маленькая. Если меня здесь села, скажите, что я вернусь. Даже какие-то платы волнами. Кашкин-то его. Собственно. Знаешь, у меня с сердцем проблемы. Штемит. Куда? Мне маска ешки в руку. Да Кет, это же твой почерк. Чё-чё, я твой почерк хорошо знаю. Ты же писал. Братан, я же говорю, это я писал. На каком основании? Не, я Жан попросил. В тот день, когда Серик пришел, он ему дал стикер с адресом. Говорит, ни почерк непонятно, перепиши, я переписал. А где тот оригинальный стикер-то? Мен кайдан блин, я что-то в делах отвлекся, внимания не обратил. Эй, Ержан его знает, да? Не знаю, я ему звонил, он трубку не берет. Ержана вызови сюда, а тебе, Таня, я тебе знаешь, что скажу? Если ты замаран в этой теме или где-то фигурируешь, я тебе лично кончу, понял? Арике, я клянусь, я не при делах. Любую проверку проводить, и вы все поймете. Да-да. Арике. Что там? Короче, ЧП у нас, Умер пропал. Как пропал? Куда пропал? Я же сказал, двух сотрудников туда поставить. Все нормально было бы. Он же с тобой был же. Да вчера мне этот шеф вызывал же, я уехал ночью. Ему сказал, иди в больницу, там будь. Но я думал, там сестренка, больница, ну, более безопасно же. И что теперь делать будем? Не знаю, это походу этот пахан дядя, кто он, сдал тем, блядь, пацанам. Кымге айтхан он? Аналарга те, которые. Ну, эти хрену, думал, бандит по кымарам. Он обосрался, все рассказал, как есть, что он в больницу поехал. Походу, там перехватили. Так, Олжас, иди к Жандосу, давай ориентируй весь личный состав, щегла этого, фотографию мне повесьте везде, во все водоробы, понял? Давай, быстро ушел. Ага. А ты вытащи мне этого дядю, возьми у него показания, допроси его лично, и пусть составит фоторобот, и этих тоже мне найдите, поняли? Давай, давай, встал, ушел! Ты в больнице был? Нет, сейчас поеду. Как раз с охранниками поговорю, может, они что-то видели. Видеокамеру поднимут. Давай, если какой-нибудь кипиш будет, скажи, что следственные действия идут, понял? Все, рахмет, брат. Пьер Конч, добрый день. Не отвлекаю вас. Шеф, у нас ЧП.
Ладно, я пасать схожу. Бэп, что ли? Ты меня так говоришь? Иди. Да я просто думал, что-то хочет. Ладно. Смой за собой. Пока на пятый пост идите, понадобитесь вызову. Так, во сколько, говорите, приехал? Примерно 10-11. Угу, камеру посмотреть надо. Алмаз, Алмаз, срочно на второй пост приди. Сейчас, секундочку. Алло? Умер, ты где? Это Серик, да? Я думаю, разводил. Алло, Диас, я примерно знаю, где умер. Сейчас я тебе номер и местоположение, то есть скину, и быстрее выезжай, короче, опергруппу собирай. Давай. Слушай, братка, давай так сделаем. Весь видеоматериал соберешь, вечером к тебе этот следователь придет, передашь, хорошо? Хорошо. Все, давай, Рахмет, давай. Рики звал? Проходи. Рики, я не понял, что там за кипиш? Ты где ходишь, а? По своим делам ездил. Ты что за хи**ь там мудить, а? В смысле? Ты зачем Данику попросил адрес переписать? Какой адрес, Рики? И Рики. Ты мне здесь дурочку не включай, а? В тот раз, когда Серик нам информацию слил, он в стикер написал, а ты Даника попросил переписать на бумажку. А, да это хуй просто криворукий, непонятно как написал. Переписать пришлось. А где стикер, который Серик написал? Ляхцадн? Эрик, я не понял. Ты что, на меня бочку катишь, что ли? Я сейчас на всех бочку качу. Если крот окажется среди нас, я лично его закрою. Сейчас вот СБ подключаю, будем разбираться по этому факту. А они-то уже знаешь, как работают. Ярики, мне п***у ты подключаешь, понятно? Хоть прокуратуру, хоть СБ. И может быть ты сам замазанный, а? Здесь кино разыгрываешь. А ты этого Серика проверял? Я сейчас по всем фактам разбираюсь, по всем фактам. Вот и разбирайся, понятно? Я за этими зеркальщиками уже несколько месяцев слежку веду. Вот, как раз все твои материалы, всю твою слежку поднимем, и СБ будет разбираться по этому факту. И посмотрим, кто там крот. Разбирайся, Дашев, понял, захожу. Все хорошо, шеф. Ага. Вот, как раз шеф вызывает. И что потом? Этот Ерема, придурок. Телефон сенде, сенде. Я говорю, не у меня, а обосной, говорю, сперва. Он говорит, эй, сен, халтанда. Отключен же, он не может найти. Я ему говорю, тупой, не у меня, у меня, у себя есть свой телефон. А что за Ерема? Да вот этот, у них мектептен. Не верить мне еще. Да пойду похаваю. Что-то взять? Слушай, говори мне. Окей. Что потом? Он поставил телефон? Нет, он не смог обосновать. Пятый экран, дом на свой, квартира 5. Аккуратно работаем, повторяю. Что-то вообще у Мишечек там без сознания. Что, битва была какая-то?
что он на руках у Серика. Ой, а он еще и с родителями встретится. Слишком много показали в промо, конечно. Короче, он без сознания, да, там. Вот стрёмно то, что замазывают. Так, кадр. Вы если замазываете, ну не весь кадр мазать же можно. Можно чисто отдельно человека. Да и вообще, ну, побои есть, ладно, в этом ничего страшного. Вас бы никто не заблокировал за это все. Ничего бы не прилетело. Так, не скажу, что прям интересно все было. Все читаемо уже, как и предполагал. По-моему, в прошлой реакции все говорил. То, что Макс в любом случае поможет. Ну, были намеки на это. Поэтому все эти запугивания. Ну, Мир тут классно, конечно, ответил Кайрату. Что тебе сдачу дать. Это, конечно, молодец. Вот. Больше тут сказать нечего. Ну, собрался он разменивать. Сдавать, то есть, или что там делать он хотел. Короче, допустим, разменять деньги. И... Да, вообще даже об этом говорить не хочу. Спалили, короче, этого пьяного. Его тоже можно, конечно, понять с одной стороны, да, то, что... Его реально вся эта история уже достала. Тут друзья какие-то приходят, бьют. Тут мент приходит, говорит, следи за Умиром. Типа, хватит пить. Это проверка на опекунство, короче. Все как-то навалилось. Но самый косяк-то в нем все, в любом случае. Потому что он бухает. И все проблемы, собственно, из-за этого. Если бы он не бухал и вел себя нормально, достойно, как мужчина, то этого всего бы не было, конечно. Но он, я не знаю, это просто тряпка животное какое-то. Так, Макс, бла-бла-бла, помогает Умишечку. Жесткая ситуация, конечно, и его все-таки он меняет мнение свое, когда Омир говорит о том, то, что спас друга, и что у него сестренка, как бы... чтобы она там типа не переживала, и чтобы ее не трогали. Вот, это все помогает ему одуматься, и он в итоге поможет, позвонив Серику. Серик быстрее добрался, чем опергруппа. Забавно. Так, дела все плохи, Серика не могут найти, непонятно, кто крыса, и доказательств нет особых, и нету этого стикера, куда все писалось. Все печально, короче, у ментов. Но благо Макс у нас есть. Вот Умир вот в этой всей сцене, которая не замазана, кстати, сидит спокойно на стуле. В следующей сцене, когда там под конец, которая была, где она? А, ну, наверное, то, что уже средний план, то есть то, что этот в середине, то он валяется без сознания, как будто спит, уснул.
Видимо, много времени прошло. Хотя хз. Короче, ждем следующую неделю. Смотрим, досматриваем наконец-то это все. И подводим итоги. Как вам сериал? Пишите в комментариях. Извините то, что в реакции у нас все замазано, потому что, ну, я скачиваю серии с YouTube. Вот. Поэтому они такие и без субтитров. Вот. Ставьте лайки, увидимся скоро. Пока. Check it out.